это взрывы машин, это разные какие-то ситуации с правоохранительными органами, брат. Мы все время на адреналине. Идиот, реально. Давай уже сделаем это. Давай просто, вот сейчас просто бочком так встаем на. Пойдем поинтересуемся. Слышь, мужики вообще сами подпишутся на эту тему. Слушайте, вам вопрос один. У нас же по условиям было скинуть, короче, ну, бочку на землю. Да. Поменялись планы немножко. Меня тут на понт взяли, короче, не веря, что я на это способен. Сможем на машину скинуть? Да легко. Правда? Да, конечно. Блять, там просто уже понял. Да я уже все, брат, по кругу пустил. Ой, как хорошо. Не лезет нахуй. Не лезет. Хотел засадить пару баночек. Вот ты ставишь сейчас тачку, кидают, вот если с первого раза не попадает. Там визуализируют, понял, как я лежу на спине, подрассчитываю, я на случайно падает на меня. Ребят, также я давно вам говорил то, что мы не можем ни, короче, ни серебряную кнопку получить, а серебряная кнопка, как вы знаете, получается за 100 тысяч подписчиков получает. За 1 000 000 подписчиков мы тоже золотую кнопку не получили. Чтобы вы понимали, за 10 миллионов, которые у нас стукнули, тоже полагается кнопка бриллиантовая, брат, чтобы ты понимал. Но ни одну из этих кнопок мы не получили. Бриллиантовую уже как бы вследствие того, что сейчас определенные санкции введены, и уже ее невозможно получить, придется в другую страну лететь. Ну, короче, из-за того, что у меня слишком такой неординарный контент, YouTube вообще, короче, закидывает мне страйки и еще отказывается выдавать мне кнопки. Ну, мы в целом, короче, не растерялись. Ну, не то, что мы не растерялись, а давний мой подписчик, Репа, который неоднократно на очень много моих громких событий делал разные мне подгоны, сделал еще один, и он на 10 миллионов. Нам нахуй никакие кнопки не нужны, короче. У нас есть своя самоделочка, аккуратненькая, бриллиантовая, посвященная на 10 миллионов. Обойди. Тут все очень официально, брат, я тебе клянусь. Я думаю, даже после этого видоса YouTube начнет производить вот такие, начнет уважать инфлюенсеров, которые снимают контент у них. Давайте поднимать, страшно, сейчас упадет, давайте поднимать. Нет, смотри, куда мы должны ее... Все, вот это идеальное положение, вот здесь сейчас это идеально. Закрывайте дверь, глушите машину. Выбегаем из него. Поднимайте сейчас. Да ебаться! Ребята, это настолько высоко. Это просто. Это, пацаны, страшно. Хуя, мне очень страшно. Это. Миша, отойди. Миша, отойди. Да нет, слышишь, вот даже сейчас Исян нас да. убьет. Бьет, реально. Да ну. Раз, это... Я не хочу. Поехали! Раз! Два! Три! Бросай! Осторожнее с доверием, сержант. Близкие ранят больнее всего. Главное — научись доверять себе. Ты хочешь стать лучше меня, Джонни? Попрощайся с этим легендарным исполнатом! Проходите, не стесняйтесь! Она будет сегодня уничтожаться, утилизироваться с этой планеты не классическим способом, да? А я не хочу быть человеком. Люди злые. Лучше я буду просто игрушкой. Сука! Бля, брат, ты на***а! Пацаны, не гоните!
хорошее. Минус 30 где-то за бортом, дорогие друзья. Но сегодня нас согреет наш доблестный энергетик, брат. Lit Energy. Ой. Однако хороший. Чувствуете вообще, что грядет сейчас, парни? Я тоже чувствую. Делай! Она будет сегодня уничтожаться, утилизироваться с этой планеты не классическим способом, да? Ебать! Ебать, парни, бежи! Я думал, отремонтировать можно будет. А что ты не сказал, что ей будет? Брат, слышишь, движок целый остался в лягушонках. 100%.